Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный рассвет назарит ваши экраны. А это значит, что мы продолжаем слушать музыку. Спать на каких-то подушках и мяукать. Это стрей. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки и делайте громче. Так, меняльщика я. Так, жопу почесать. Кабель я получил. Но по-хорошему надо получить еще и... Ах ты ж, блин. Третью банку напитка. Как будто на пожар. Ме? Оп, оп. Так. Теперь, по идее, надо вернуться в офис к программисту. Где там этот олень? Тяни стопы, мне же к бабке надо. Ждем-с. Так, надо тут порыскать. В этом краю. Оп. Так, вдруг мне удастся найти еще один ватамат с напитками, потому что мне нужна третья банка, чтобы получить реликвию. Одну я, можно сказать, бездарно просохатил. Тут-тут-тут-тут-тут. С другой стороны, хер его знает, может и не бездарен, может оно и пригодится. Мяу. Оли беседы. Как будто на пожар. Летит воздушный шар. Так. Чем это я так? Бабушку я уже обработал. Так, поскрестись обязательно. Мяу. Здорово. Так, где там этот с припиздью? Так, теперь можно к этому придурку возвращаться. Который это, Шеймус или как тебя там? Ну и попутно, надеюсь, удастся найти третий пузырь энергетоса. Блин, черепуха чешется. Так, не тут у него где-то хаз была. А вот тут. О, о. Надо было ему еще банку на это самое уронить. Вот он.
Погнали, чё. Так, ща прорыгается немножечко. У меня, конечно, тачка мощная, но я не знаю, почему она так рыгает. Иди сюда. Хотя, казалось бы, просто кошак. Но нет. Чё-то думает. Я так думаю, он за той закрытой дверью. Ну да. Больше там идти некуда. Да открывай, ёпть. Паный тестос. Сколько там... этих мудантов. Ух. Так, у меня аж залагало от такого обилия биомассы. Так, так, так. Так, давай не лагать, а? Я, конечно, понимаю, что я провел несколько часов АФК, но тем не менее. О, кыт. А, это оно во время сохранения начало так залагиваться. Главное, чтобы у меня в самый ответственный момент не лагануло. Значит, я тоже буду ни хрена не быстрым. Да господи! Блять, рот этой канализации шатал. Ну, вроде более-менее отпустило. Жить можно. Так, сначала сходим сюнды. Потом посмотрим тунды. Так, снимаем воспоминания. Опа! Съехали на жопе! All you have to do is live in the space. Я так понимаю, надо просто ускоряться и лупить. О! А вот и зурки! Пошли в жопу! В жопу, я сказал! Так. Обгон. Так, перестроение. Прыжок. Прыгают эти твари не хуже меня. У-ху! Твою-то дивизию, а! Так, сбросить, сбросить, сбросить! Бля-б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 ля
Здесь надо брать разгончик. Так, давай грузимся. И сейчас еще заход. Это просто охуенно. Так что меня сейчас будут выключать? Просто на чем свет стоит? Так. О! А вот и орки. Оп. Оп. Пошли в задницу. Я сказал. Блин, они сразу налипают потры. Мяу. Мяу. Так, они опять меня заели на этих трубах. Вот собаки. Не, ну чё за засады? Фух, я так чувствую, придется попотеть. Так, поездка на жопе. Так, слева. Перестроение. Прыг. Так, пошли в задницу. Ускорение. Самое главное, никогда не оставаться на одной и той же троек. Тори. Скинул. Перестроился. Дайте прыгнуть, сволочи. Так. Здесь еще. Обгон. Перестроение. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно-то как? Чуть-чуть мне не хватило. Фух. Так, еще заход. Разминаем пальчики, пацаны. Так. Твою-то дивизию. Да, теперь я хотя бы понял стратегию. Оп, нейбл. Так. Так, проходим кучку зурков. Так. Вашу ж Машу, а? Так, пошли в задницу. Собаки вы лысые. Так. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пошли вы у попу. Оп. Ух, кажется, оторвался. Так вот только нахрена я прыгнул именно на эту трубу. Ага, хитро придумано. Так, кошачий вес бочка, в принципе, выдерживает. Так, главное, чтобы сейчас вторая серия не началась, а она, мать её, за ногу точно начнется. Ну чё? Ой-ой-ой-ой-ой, как это было опасно. Ух. Так, кошка приземлилась на борт, но... Так, лапу я все-таки повредил. Некоторое время бегать не смогу, но я надеюсь, с зурками тут таких проблем нет. Так. Ну, что вы не говори, а звук мне уже не нравится.
Знаешь, я тут подумал, блин. Интересно, что будет дальше. Что, как говорится, эти лягушатники, да, студия, разработавшая игру, французы, еще может придумать. Так, джинсовая куртка. Так, но здесь тупичок, как у гоблина. Так. Спиздить нельзя. Так, суть, потому что это чекпоинт, надо быть предельно внимательным. А, это все еще купол. Я думал, мы в Мидтауне. Так, вот это тут кабелек. Мне интересно, куда ведет. Ага, явно не энергетический напиток. Так, электрический генератор. Но чтобы он запахал, требуется какая-то часть. Ну что, немножко придется поиграть в помоечного кота. Ёпти. Мясо напоминает реально амнезию. Вот это вот мясо на стенах, когда тень приходила. Блять, аж передёрнуло. Так. А если залезть повыше? Так, говоришь, какая-то часть от генератора нужна. Так, приходит кабель сюда. О! Зурки в клетке. Так, значит, где-то рядом и док. Я так подозреваю. Так, сохранение. О! Бум. Док. Так, с доком я почесать пока что не могу. О, минус стопочка. Так, воспоминания. Так, автомат не разблокирован. Скорее всего, его надо запитать для этих дел. Все уже хорошо. Так, ты мне хоть предохранитель-то дашь? Придурок старый. Так, откуда только что спрыгнул? Так, ага, вон кабель. Мяу. Ща будет забег. Ah!
И там мне зато будет весело. А ну, выноси сволочей. Так живым не дамся собаке. Ага, док может меня вести. Это все, конечно, хорошо, но мне надо придумать, как забраться повыше. Мне-то свет не приносит никакого вреда, правильно? А, это зеленые надписи на двери. Мне показалось, ты шлейф в вони. Так. Ништячи. Так. Как же я все-таки должен юзать дефлюксор? Дальше мы, наверное, пойдем в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. А с меня, как обычно, контент. С вас, как всегда, лайк, подписка. И до скорого. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.